уехала моя горнолыжница. Это собака. Привет. Теплеет. Где-то там Наталка. Красные штаны вон мелькают. Наверное, Наталка моя. О, наверное, она. Вон красные штаны едут. Ох, промчалась мимо. Мастер. Нет, я тебя видел. Ну и как? Хорошо. Где же моя Наталка? Сейчас как вылетит.
Даже так? Ну, езжай дальше. Езжай дальше. Сейчас далеко ехать. Давай. Горнолыжница. О, мы на Танае. Талка туда умчалась. Я пешком сейчас за ней пойду. Давай, отталкивайся вперед, давай, фигуристка. Давай, тройной тулуп. Тройной тулуп, аксель. Наталья готовится к Олимпийским играм. Мне надо палочки, лыжи. Здесь. Мы где с тобой? Мы где? Да. В бассейне. В бассейне? Под открытым небом. Да, тут снег кругом, мороз. Вон, а мы тут плаваем в шапочках. Вода горячая. Теплая, да? Ух ты! Откуда? Мы вон оттуда выплыли. Я оттуда выплыл. Да. Все, пойду телефон отнесу и к тебе приду. А я сначала еще в сауне попарюсь. А потом к тебе приду. Ух ты, как плывет. Рыба. Че, наверх полезешь? О, тут туннель такой, тут мостик он есть. Говорят, надо приезжать, когда температура воздуха покруче. Да? Так. Вот. Тут водоплавающие вылезли. Во. О, дым какой идет. И машины ходят. А, да, нас не видно. Мы с Наталкой в Инском находимся. В поселке. Вот. Тут звезды видно. Трубы дымят. Вот поселок Инской. А мы остановились около храма. Вон храм. Едва различим. Наталка, я тебя не вижу. Тут я, тут. О, сейчас мы поедем в гости к Тане Хижняк. Еще раз посмотрим на трубы. О, дымят как. Мы гитару позовем со стены. Просто нечего нам больше беречь. Ведь за нами все мосты сожжены. Все перекрестки дорог, все расшатанные тайны ночи. Каждый сделал все, что смог, все, что смог. Но об этом помолчим, помолчим. А луна взойдет оплывшей свечой. Сами скрипнут на ветру, на ветру. Ах, как я тебя люблю горячо. Сколько было слов, оправданий и трусостей. Сколько деревня горевала, дом и за подлости, глупости. Но сходил
из Гималаи. Это полуостров, который Индостан. Он когда-то принадлежал к Африке. Он откололся, плыл, воткнулся в Азию, и вот две платформы столкнулись, вот они, давление, и горы поднимаются, поднимаются. Поэтому видно, что вот эти все вкрапления блестящие, это остатки вот морских животных, всякие соли, кальций здесь, вот видно, тут висит вот сюда такая, красивенький камешек. Вот. А это камень из Килиманджаро, это Африка, высочайшая вершина Африки. Вот она, посмотрите, она, он более легкий, Килиманджаро, он вулкан, он извергался, вот текла лава, и лава, знаете, как еще как пена. Чем-то на пензу. Да, так пенза есть. Пенза это как раз остатки вот этой лавы. Она можно пятки тереть. Это камень из большого зуба. Второй величине вершины нашей области. Надеюсь, что вы там побываете. Туда, конечно, сложно залезть. На верхний зуб гораздо проще залезть, чем на верхний. Вот. И он, видите, тоже отличается. У нас горы совсем другие. Видите, разные горы. Здесь такой, здесь такой, здесь такой. Тут это вся гора вот состоит, вот такая она, да? А вот тут вот такая гора. Вот это... Нет, это не вся гора состоит, это камень, какие там есть. Вот. А, шасточка. Вот у меня один есть вопрос, а он крепкий? Крепкий? Но с чем сравнивать? Если, например, сравнивать, не знаю, с головой твоей, то покрепче будет. Да. Нет, камушка больше нет, но вот я звоню, чтобы не поломалась. Это статуэтка черного дерева. Вот, это из Африки. Такая. Она из черного дерева. Из черного дерева. Там они черные деревья там растут. Вот они с ней делают так, статуэтки. Туристам продают. Туристы покупают. Тут тоже бисер, видишь, бисер такой же. Мы когда шли на Килиманджаро, это государство Танзания, государство проводит такую политику, там местным жителям работать негде. И поэтому они зарабатывают на туристах. Поэтому наш поход представлял себя целую экспедицию. Мы шли с Натальей вдвоем, и с нами шло один водитель, один гид, помощник гида, повар и 5 носильщиков. На голове носильщики. Да, несли на голове, несли они 3 палатки. Одна палатка мы с Натальей жили в одной палатке. В второй палатке была кухня, потому что на горе там ветер такой, что там костер сдувает, пламя сразу гасит. А в третьей палатке размещали все наши негры. Я так взглянул туда, там бушки торчат столько. Все помещались. Но там было тяжело, после 3000 начинает сразу голова гудеть, сразу чувствуются колокольчики в голове. Мы шли специально, акклиматизация у нас была уже опытная после Гималаев. Когда поднимаешься в течение дня, на какую-то высоту, а потом ближе к вечеру спускаясь метров там 500. Там... О. Я не хочу подбираться. Воскресная школа. Вот. Мы с Кисенкой побывали. Сейчас на сборе у скаутов. Сейчас уедем дальше. Да? Распогодилось, солнышко глянуло. Это радует. Где мы, Кисенка? На Золотой горе. Вон она.
Ку-ку. Мы идем в прямой репортаж с места спуска Натальи. Вот такое у нас было путешествие с тесенкой. Хорошее путешествие. Два дня. Два дня. Путешествие. Я зубы повторяю. Два дня путешествий. Сейчас пойдем домой. Идем влюбленных.